Тему медицины сегодня активно обсуждали и березняковские депутаты. На заседании думских комиссий народные избранники подняли вопрос привлечения и сохранения на территории города специалистов сферы здравоохранения, образования и спорта. Не работала программа, и эти люди бы к нам не пришли. Ну, это был бы полный провал. Поэтому вывод напрашивается сам собой. Программа полезная. Депутаты обсудили, как в 2023 году на территории муниципалитета были привлечены врачи, педагоги и тренеры. О том, какие льготы получают впервые трудоустроившиеся специалисты медучреждений. Сколько тренеров удалось привлечь к нам на территорию благодаря программе привлечения тренерских кадров. И как обстоят дела с педагогами в образовательных учреждениях. Обо всем этом подробно расскажем в ближайшем выпуске новостей.